Привет, детки! Я Боб Паровозик. Познакомимся с алфавитом транспорта сегодня. A – это аэроплейн, что летает высоко в небесах. B – это бас на дороге, ты видишь, проезжает. C – семейная car, когда сигналит бип-бип. D – это dirt bike, не езди в темноте. Земли. G – это garbage truck, ездит по городу. H – это helicopter, поднимается над землей. Айскрим-тележка ездит и звонит. Джей – это джамбо-джет, он огромен и летает, как ветер. Кей – это каяк, ты должен постоянно грести. Эл – это лори, он большой и сильный. Motorcycle, он делает рум-рум-рум. N – это Navy ship, на нем так много места. O – это oil tanker, он ездит по волнам. P – это маленький прэм, на который детки любят ездить. S – это submarine, она ныряет глубоко. D – это длинный train, он длинный такой. Unicycle, у него одно колесо. V – это van, в него можно поместить много. W – это wagon, он перевозит все-все-все. X – это xipack, его уже нету сейчас. Thank you.
хочешь, помахай. See это Zeppelin. Полюбишь ты на нем кататься. Здорово было, детки, правда? Ездить по алфавиту транспорта. Скоро увидимся снова с Бобом-паровозиком. Привет, я Боб. Я хочу помочь вам выучить цифры. Давайте сосчитаем все предметы на моей платформе. Один фургон. Один. Привет, единичка. Привет, Боб. Двое часов. Один, два. Привет, двойка. Привет, Боб. Три горшочка. Один, два, три. Привет, тройка. Как дела, Боб? Четыре солнышка. Одно, два, три, четыре. Эй, четверка. Так держать, Боб. Пять зонтиков. Один, два, три, четыре, пять. Эй, пятерка. Привет, Боб. Шесть апельсинов. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Привет, шестерка. Как ты, Боб? Семь яблок. Одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет, семерка. Рада встрече, Боб. Восемь шляп. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Привет, восьмерка. Здравствуй, Боб. Девять леденцов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Привет, девятка. Привет, Боб. Десять шариков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Привет, десятка. Рада встрече, Боб. Давайте сосчитаем цифры еще раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давайте познакомимся с животными. Слон. Панда. Жираф. Обезьяна. Лев. Тигр. Овца. Свинья. Корова. Собака. Давайте познакомимся с животными. Слон. Панда. Жираф. Обезьяна. Лев. Тигр. Овца. Свинья. Корова. Собака. Давайте выучим фрукты. Яблоко. Груша. Виноград. Манго. Банан.
кремовое яблоко. Апельсин. Вишня. Давайте выучим цифры. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Привет, ребята! Чем заняты? Давайте сегодня поиграем в интересную игру с веселыми разноцветными фигурами. А сейчас пусть они сами себя представят. Меня зовут Квадрат. Мои четыре стороны, хоть крути, хоть верти, все они равны. Я Квадрат. Меня зовут Круг. Смотри, как я катаюсь. Вскоре ты поймешь. Мой внешний край бесконечный, потому что я Круг. Круг. Прямоугольником меня зовут. У меня неравные стороны. Две из них короткие, две другие длинные. Давай их сосчитаем. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Меня зовут Треугольник. Взбирайся вверх на холмик. Спускайся вниз, а теперь немного влево. Скажи, что у нас получилось? Треугольник! Да, я треугольник! Поехали, ребята! Поиграем с фигурами и построим нечто серьезное! Ура! Давайте покажем наши способности. Из фигур мы построим целый красивый дом. У него четыре одинаковые стороны. Как его зовут? Квадрат! Да, давайте поставим его сюда. А теперь скажите мне, какой формы крыша? Треугольник! Да, давайте поставим его на место. Наш дом растет. А что за фигура с двумя длинными и двумя короткими сторонами? Прямоугольник! Да, это прямоугольник. Какой красивый дом мы построили! Да! Ну что же, было классно! Давайте продолжим. А если мы захотим прокатиться? Давайте построим машину. Да! Какая из фигур может все время крутиться? А ну-ка подскажите. Круг! Да, это круг. Давайте его поставим сюда. Нам нужна фигура, у которой две длинные и две короткие стороны. Прямоугольник! Да, прямоугольник. Ставим его сюда. А какую фигуру с равными сторонами мы поставим наверх? Квадрат! Да, квадрат. Он уже на месте. При помощи наших фигур мы построили замечательный автомобиль. Ура! А теперь, чтобы было где отдохнуть, давайте построим дерево, а? Да! В этот раз мы начнем с прямоугольника. Ну, разве не отличный вид? Дети, какая фигура нам еще нужна? Круг, прямоугольник, ну скажи нам! Хорошо, возьмем немного треугольников. Ого, это похоже на красивое дерево. Правда, дети? Да! Ребята, давайте еще кое-что построим. Как насчет небольших качелей? Да, на качелях мы будем кататься целый день! Итак, с какой фигуры мы начнем? Треугольник отлично подойдет для основания.
Теперь берем фигуру с двумя короткими и двумя длинными сторонами. Да, давайте возьмем прямоугольник. Теперь давайте его аккуратно сплюснем. Смотрите, получились отличные качели. Сегодня так весело, ребята. Да, Боб, ура, ура! Нам нужно место, где можно покушать. Давайте сделаем стол и пару стульев. Возьмем 4 прямоугольника. Под таким углом они будут ножками. Смотрятся великолепно. Спасибо тебе, прямоугольник. Теперь возьмем круглую фигуру. Ребята, напомните, как она называется? Круг! Правильно, круг. Положим его сверху. Вот и получился у нас небольшой симпатичный столик. Теперь нам нужны квадраты и прямоугольники, чтобы сделать стулья. Превосходно! Теперь мы можем сесть вокруг стола. Благодарю вас, фигуры! С вами было весело сегодня! Скоро увидимся! Еще поиграем!